Анатолий Богданов для поселка Развилка – личность выдающаяся. Вместе с мамой, будучи мальчишкой, он приехал сюда из Москвы ровно 70 лет назад и всю свою жизнь посвятил развитию и становлению поселка. Неудивительно, что встреча с ним в стенах Развилковской библиотеки вызвала большой интерес. Анатолий Васильевич – это не просто житель, это первостроитель нашего поселка. Ведь поселку всего 72 года, вот, и 70 лет он здесь живет. То есть он его строил. Он строил здесь храмы, он строил дома. Поэтому мы этого человека считаем действительно великим человеком в масштабах, конечно, нашего поселка и Ленинского городского округа. Под руководством Анатолия Богданова были построены многие объекты, которые сегодня олицетворяют поселок и уже давно стали привычными глазу местных жителей. Здесь мы строили магазины, значит, вот учебно-курсовой комбинат, там стоит такой большой, база ОРС, вот, который сейчас ГАСИНКОМ называется, вот это огромное, так сказать, это все мы построили. В Развилке родились и выросли дети первостроителя. Благодаря отцу они впитали любовь к своей малой родине и теперь тоже трудятся на благо поселка. Я хотела сказать спасибо нашей библиотеке за то, что они делают такие мероприятия. К ним приходят люди, жители нашего поселения, и рассказывают и о поселении, и о себе. И, в общем, я считаю, что это большой вклад вообще в жизнь, в культуру нашего поселка Развилка. Во время встречи Анатолий Богданов рассказал о трудовой жизни, поделился воспоминаниями о своих друзьях, показал старые фотографии. Выступление не было монологом. Все присутствующие задавали вопросы и делились своими впечатлениями от услышанного. Интересно было узнать о том, как раньше проходил досуг посельчан. Каждый вечер мы с детьми, дети там играют, а мы в волейбол играем, кто в баскетбол, кто в городки. Вот это все было в лесу. Особенно близка беседа была старшему поколению, ведь это возможность вспомнить свою молодость. Я, например, живу на Развилке недавно. Я не могу сказать ничего про то время, когда вот он рассказывает. И мне это очень интересно, потому что теперь я живу здесь и, в общем-то, не собираюсь никуда переезжать на данный момент. И поэтому мне все интересно. В завершении мероприятия Анатолию Богданову вручили памятную медаль в честь 90-летия Ленинского района. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.